Полное описание и точная дата выхода 11 и 12 серии нового российского сериала «Андреевский флаг». 11 и 12 серии сериала выйдут на Первом канале 21 июля. 11 серия. События для семьи Чернобаевских развиваются в худшую сторону. Чтобы освободить площадку для постройки торгового центра, Шибаев устраивает в здании колледжа пожар. По делу о списании оружия Григория Сергеевича вызывают на допрос ФСБ. Между Ириной и Сергеем происходит окончательный разлад. Валера, узнав о том, как Быстров подставил Катю, в одиночку отправляется на разборку с клеветником, но получает от байкеров суровый отпор. Злосчастные фотографии попадают в руки Фролова. Андрей начинает сомневаться, его ли ребенка носит Катя. Не выдержав недоверия любимого человека, Катя уходит от Андрея. Продолжая слежку за базой бандитов, Оксана вновь встречает Марка. Чтобы получить необходимые ей сведения, Оксана вступает с ним в опасную игру. 12 серия. Ситуация вокруг семьи Чернобаевских накаляется. Адмирала арестовывают по подозрению в торговле оружием. Валентина просит Шибаева найти адвоката. Катя принимает решение сделать аборт. Находясь в Питере на осмотре новой торпеды, Сергей неожиданно встречает в ресторане Ирину с Кротовым. Ни ей, ни ему непонятно, что будет дальше с их браком. Следователь ФСБ Размыслов пытается докопаться до сути дела о контрабанде списанного оружия. Шибаев заключает крупную сделку с международным террористом Али по продаже товара за границу. Во время очередных учений на подводной лодке Чернобаевского происходит возгорание торпеды. Андрей Фролов принимает активное участие в ликвидации аварии. Между Чернобаевским и Фроловым происходит примирение. Напомним, 11 и 12 серии сериала выйдут на Первом канале 21 июля. Нравится сериал? Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.